Создатели уверяют, для канала это, несомненно, главная премьера осени. Они говорят, как бы мы ни любили фильмы про красивую жизнь миллионеров, не стоит забывать, что большая часть людей живет в обыкновенных квартирах типовых домов со всеми их простыми проблемами, горестями, радостями, близкими многим зрителям. Люди, уставшие с работы, обязательно порадуются, посмеются, и многие даже найдут себя, потому что Ольга, наверное, впервые за долгое время, могу сказать, на ТНТ, это история обычной российской семьи. Ольга 37 лет, мать-одиночка. Зарабатывает на жизнь, делая педикюр. Считает, что справиться с грузом проблем можно лишь одним способом – относиться к ним с юмором. Блин, я думаю себе по купону сиськи сделать. Не знаю, четвертый, пятый. Да, я-то думала, у меня проблема. Тут у людей вообще Хиросима. Ну, ты кашу не делает резко, а ты в Турцию куражишься. Ты барзометр-то свой давно проверяла? И детишки, как говорится, не подарок. Младший Тимофей, чей отец бросил Ольгу и вернулся в Азербайджан, настойчиво старается выглядеть взрослее своих лет. Ты меня брить тоже, могу в школу не бритым идти. И сколько раз говорить, ты русский? Я Тимур. Папа у меня Джафар Бахрам Заде. Вот именно что Заде. 17-летняя дочь тоже, как говорится, подкидывает проблемы. Ты чего, мой рекорд решила побить? Раньше 17 родить. Специально полоски фломастером рисовал, чтобы Андрюху на бабки развести. Да и с личной жизнью у самой героини все просто, да не просто. За ней настойчиво ухаживает водитель на 10 лет ее младше. В общем, все у Ольги не как у нормальных людей. Или наоборот, именно как у них. Меня Гриша зовут. А тебя хочешь угадать? Все как в настоящем кинотеатре. Попкорн, зрительный зал, эмоции. Во время антракта можно было поучаствовать в конкурсах и викторинах, а также поделиться впечатлениями. Это очень жизненный сериал. На самом деле, мне кажется, там узнает себя каждый. Будь то, что это домохозяйки или какие-то другие герои. Мне вот она близка по ее выходкам, по ее репликам. И семья ее, девчонка-выдерга. Те, кто не попал на предпоказ, смогут увидеть первую серию комедийного сериала «Ольга» уже сегодня. Смотрите «Ольгу» с понедельника по четверг в 20:00, только для зрителей старше 16 лет. Илья Кочетков, Павел Лаурнин, информационный канал «Город».